Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится планшет Blackview Tab 6. И сейчас я вам покажу, как сделать скриншот на этом планшете. Итак, для того, чтобы сделать скриншот, проводим тремя пальцами сверху вниз по экрану. И таким образом мы делаем скриншот. Также мы можем зажать кнопку блокировки и нажать скриншот. Также мы можем сделать заметки на нашем скриншоте, порисовать, можем отменить действие, можем сделать длинный скриншот, это, например, если вы находитесь в браузере и хотите сделать скриншот целой страницы, нажимаете длинный скриншот и целая страница сохраняется у вас в галерее. Также мы можем сразу поделиться этим скриншотом. И можем сохранить его в галерею. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пока.